Но, безусловно, это мир без войн. Безусловно, это мир, в котором человечество не занимается самоистреблением. Это самое главное, что я могу о нем сказать. Во-вторых, мне кажется, что этот мир, он все же многообразен. Опять-таки, исходя из того, что я рассказал, можно себе представить и некую антиутопию, в которой люди, озабоченные какой-то глобальной проблемой, становятся похожи больше на некий рой муравьев или пчел, которые эффективны, но тем не менее бесчеловечны совершенно. Мне кажется, конечно, что не таким образом должно все это произойти, да и мне сложно представить, что возможно такое, потому что определенные инакомыслие, определенный заряд желания революции – это что-то заложенное внутри человека, что вот эта вот проблема отцов и детей, она не случайна, просто это где-то внутри, в духе человечества отвергать какие-то устои для того, чтобы экспериментировать и искать более эффективные пути. Поэтому это все-таки многообразный мир, в котором не одна точка зрения о том, как правильно. То есть это мир конкурентный, где в первую очередь конкурируют идеи. Но очень многие ответы на самые сложные вопросы, на мой взгляд, лежат в вопросах воспитания. И поэтому я верю в мир, где люди воспитаны таким образом, что никакая цель не оправдывает средства, что никакая конкуренция ни в каком вопросе, ни в вопросе философском, религиозном, тем более не в вопросе какого-то личного обогащения. Никакая конкуренция не причина для того, чтобы ты отнял жизнь или даже здоровье другого человека. То есть это мир, в котором, собственно, это все табуируется изначально, то есть с младенчества. Кто-то может возразить, что мы и сейчас живем в таком мире, но давайте посмотрим, во что играют наши дети. То есть даже у моих, собственно, сыновей, если разложить их арсенал игрушечный, того, чем понарошку можно уничтожать других людей, то это займет значительное пространство этой комнаты. Это будут боевые роботы, игрушечные автоматы, джедайские мечи, все что угодно. Можно было бы попытаться сейчас воспитать хотя бы собственных детей, исходя из других принципов, на других началах, но я себе отдаю совершенно трезвый отчет, что это прямая дорога к десоциализации, то есть к тому, чтобы они разочаровались очень сильно или в людях, в других, или в себе самих. И, то есть это опять-таки какой-то такой вопрос, который должен решаться комплексно.